Решим проблему плохих дорог вместе, призывает Общероссийский народный фронт. В Махачкалу приехали представители проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог» и взялись за парочку плачевных участков. Эти объекты попали в приоритетный список федерального проекта. О том, как будет проводиться ремонт, смотрите в следующем сюжете. Переулок Уманханово, город Махачкала, Дагестан. Дороги, как и везде. Страна такая. Дураки дороги. Столичные автомобилисты ежедневно проезжают этот участок. Асфальт здесь положен сравнительно недавно. Но вот и яма, возникшая по причине людей. Взялись за проблему махачкалинцев дорожные автоинспекторы. Как мы знаем, по программе БКД город Махачкала попала под эту программу. И по этой программе очень много улиц отремонтировали в городе. Проспект, переулок Уманханово тоже попал под эту программу, и его в 2018 году отремонтировали. Но, к сожалению, там какое-то недопонимание между горводоканалом, между управлением ЖКХ, они там между собой не договорились, что будут проводить какой-то ремонт. В городе дорог убитые дороги. Столица Дагестана все-таки попала в карту убитых дорог страны. Городские улицы даже после ремонта нуждаются в ремонте. Решить проблему плохих дорог можно совместными усилиями. Если на вашем пути имеются ямы и неровности, подайте заявки и голосуйте на сайте «Карта убитых дорог». Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.